московский диджей и саунд-продюсер. Работал над радиошоу «Шоу мизантропов» на Мегаполис FM и был среди резидентов клубов «Up and Down» и проекта «Shine». У Макса сразу два собственных параллельных проекта, не схожих друг с другом. G-Light, развивающий направление Psytrance и Psychill, и Tito Blast с ярким прогрессив и технозвучанием. Вникаем. Вечеринка начинается.
Thank you.
7 when the bassline drop.
don't stop. Still 187 when the bassline drop. Go crazy. We'll be right back.